Сегодня я вам расскажу про книжку Джессамино в стране лжецов. Ее написал Джанни Родари, итальянский сказочник. Когда мы открываем книжку, мы видим цветной форзац. Вот здесь вот мы видим короля, у которого отлетел парик, и у него лысая голова вместе с бородавками. Это, конечно, очень смешно выглядит, я тоже посмеялась. Но это на самом деле никакой не король. Это просто пират, который захватил город и назвал его «Страна лжецов». И Джессамино узнает новые правила вот этой страны. Оказывается, что тут, в этой стране, нельзя говорить правду, иначе тебя казнят. Например, если сейчас день, то надо говорить ночь, а если сейчас ночь, надо говорить день. Да, вот такие странные правила. А ты бы хотел попасть в страну лжецов? И вообще, ты часто лжешь? Нужна ли ложь в нашей жизни? Пиши в комментарии, ставь лайк и подписывайся на канал. И с вами была Анна Кривошлыкова. Всем пока!